А перед началом обязательно нажмите на лайк, подпишитесь на канал и нажмите на колокольчик, и тогда шансы на легендарку вырастут в два раза. Всем привет, ребят, с вами снова Флиппи, это новый видеоролик по игрушке Brawl Stars, а именно сегодня мы будем играть за Леончика, я вам расскажу, почему мне нравится Леон как персонаж. Ну и как всегда, ребят, перед началом поставьте лайк, подпишитесь на канал, нажмите на колокольчик, напишите свой царский комментарий в первый день, все комментарии стараюсь лайкать. Ну короче, будем играть на карте Ветряная долина с роботом, ну и поехали, собственно, чё... тянуть резину, давайте я вам расскажу, почему мне нравится вот Леон. И вы, кстати, в комментариях обязательно напишите, почему вам нравится Леон. Я обязательно все прочитаю, постараюсь также все комментарии пролайкать. Ну, по крайней мере, в первый день, первый час точно. Короче, мне нравится Леон по одной причине. Первый пункт, так скажем. Возможно, будет несколько пунктов. Я их конкретно еще не сформулировал, но они у меня есть в голове, в моей. Так, в общем, первый пункт. Это потому что... можно играть без напряга, в том плане, что вот даже если ты новичок, и ты новичок, ты первый раз видишь эту игру Brawl Stars, и вот тебе дали какого-нибудь персонажа, то лучше новичку давать Леона, если у вас есть, конечно, Леон, конечно, он не у всех есть, потому что это все-таки легендарный персонаж, но в том плане, что не нужно уметь играть, чтобы уметь как-то, не знаю, выживать за Леона в карте вот сейчас в шоудауне. Просто стреляешь и все. У него хороший дамаг. Блин, меня сейчас убьют. Минус. А нет, меня не убили, я каким-то образом спасся. Но в том плане, что у него, наверное, один из самых больших дамагов в игре. Он быстро передвигается. У него хорошая и всем понятная ульта, что он находится в инвизе. В принципе, мне кажется, этого уже достаточно. То есть, легко к обучению, так скажем, Леон, да. Что еще? Ну, в принципе, я в одном пункте все сформулировал, почему мне нравится Леон, то есть, потому что у него хорошая, понятная всем ульта, инвиз, что еще? Ну, блин, урон и быстрый бег, атака, по нему тяжело попасть иногда, если ты умеешь, конечно же, мансить, поэтому, и вот он хорошо подходит под новичков. В принципе, я все мог сказать, возможно, есть еще что-то, обязательно пишите об этом в комментариях, я постараюсь все прочитать и учесть. И вообще, в принципе, за Леончика все любят, он реально такой, не знаю, как сказать, персонаж просто на повседневный, как бы, не знаю, короче, каждый день за него можно играть и не устаешь от этого, потому что за него играть интересно и не напряжно, самое главное. Так, ой-ой-ой, блин, да меня сейчас загасят, потому что я немножечко туплю, я записываю утром, чуваки, меня загасили, ну ладно, пятое место мы заняли, это минус один или плюс один кубок. Кажется, плюс один. Замечательно. Но вот так мы будем играть. Не будем сегодня прям жестко тащить. Так, потихонечку играем. И нормально. Так. Быстро игра набирается, конечно. Когда вот заходишь в какой-нибудь баунти, можно просидеть в баунти, ну, ожидая игроков в баунти. И минут 5. Ну, это бывает, конечно, редко. Особенно чаще это, конечно, бывает, когда ты с кем-то идешь в баунти. А так, если один, то побыстрее, побырее. Оп. Так, хорошо. Оп, так, меня сейчас могут загасить. И оп, так, я попал по Динамайку, но у него остались еще хп, он выжил каким-то образом. Оп, так, он выбежал, да, все, он убежал от меня, к сожалению. Давайте будем охотиться тогда на других, или вообще лучше было бы собирать банки и ни на кого не нарываться. И еще я сижу сейчас на таких кубках, вроде бы они низкие, 300 кубасиков, но все равно здесь присутствует тиминг, здесь еще у нас робот, как вы видите. Ай, блин, я робота на себя переагрил, жаль. Так, это не совсем уже хорошо, когда ты робота на себя переагриваешь, но я думаю, мы с ним легко справимся, по идее. Ну, по идее, мы должны с ним легко справиться, если, конечно, из кустов никто на меня не будет рыпаться и никто не будет мне мешать. Хотя, вон, я вижу, Динамайк, он уже на это претендует, на то, что я сказал сейчас, да? Так, ну, робота мы, кстати, быстро разносим, робот какой-то изичный получился. Оп, хорошо, так, робота мы загасили. И меня сейчас загасит Динамайк. Ой, блин, меня Динамайк сейчас загасит, чуваки. Блин, ну я ничего не могу сделать. У меня 60 хп осталось. Твою мышь, мне нужно куда-то убежать. Мне убежать нужно куда-то, у меня 600 хп. Ой-ой-ой, меня сейчас загасят. Чуваки, блин, капец, какая напряженная игра. Я только что говорил, что игра не напряженная, а меня вот так вот жестко подсекают везде. Да какого черта все, со всех сторон, блин, против меня. Убежал от двух динамайков, убежал от Шелли, и там вторая Шелли, конечно, они меня будут поджимать. В том плане, вот мне не нравится Леон, точнее, Леон мне нравится, но мне не нравится тиминг вот этот в игре, и то, что под одни карты подходят конкретно какие-то персонажи. Почему нельзя брать всех? Почему вот ты заходишь на карту, особенно это очень часто встречается на высоких кубках, вот когда я брал Ворона, и просто ты идешь...
и какая-нибудь карта, вот я не помню, как ее, Hot Maze, да, и там одни динамайки, и ты взял ворона поиграть просто по прикольчику, но там одни динамайки и барлей, ну и вот, что это за игра такая, почему бы не брать разнообразных персонажей, так же интересней. Да, конечно, у них будет преимущество, кто-то будет брать, ну ладно, понятно, все нацелены на то, чтобы поднять кубасики, почему бы просто не взять и не поиграть. Я, конечно, тоже нацелен на то, чтобы немножечко поднимать кубасики и хотя бы их не сливать. Но все же. Так, минус 4 кубка уже за сегодня. Ну, минус 3, ладно, один кубок мы подняли в самом начале. Давайте мы хотя бы будем бить этого Эльпримыча, потому что... Ой! Да блин, он меня сейчас загасит, офигеть! Ну какого черта, блин? Эх, минус 4 еще, минус 8 уже кубков. Ладно, Леон топовый персонаж, но здесь не подошла моя, мой скилл не подходит, да, под Леончика. Нужно хотя бы немножечко уметь играть, все-таки, потому что кубки уже высокие, если бы кубки были чуть пониже, можно было бы сейчас вообще на расслабоне сидеть, но, оп. Так, ну-ка, да блин, меня все угнетают на этой карте, то есть все шели, все динамайки через стену по мне стреляют, хотя я помню одно время, наоборот, Леон здесь был намного круче, когда у него была ульта бесконечная, то есть, ну, в том плане, что он включал инвиз, да, и он мог из него не выходить. Давай затимимся с Леоном, потому что, ну, если мы не затимимся с Леоном, то он против нас будет, так, хорошо, мы стараемся замочить, не, но я смотрю, Леончик норм против нас, ну, точнее, за нас выступает и ничего плохого к нам не делает. Оп, хорошо, ну-ка давай. Да давайте уже деритесь там, не знаю, что-нибудь делайте. Офигеть, нужно кого-нибудь бить. И, блин, вот мне неприятны такие ситуации, когда с одной стороны кто-то сидит, с второй кто-то стороны сидит. Хорошо, что мы их сейчас завалим, да, отлично, красав, Леон. Красавчик. Блин, Леона моего замочили, офигеть. Блин, обидно на самом деле, потому что мы смогли бы с ним бы дойти до топ-1, но я надеюсь, что я сейчас за моего Леона тоже отомщу и займу хорошее какое-нибудь место. Нет, я не хочу с тобой тимиться, Кроу, на самом деле. Лучше бы мне сейчас пойти и начать крысятничать, включить сейчас ульту и залетать во всех, потому что у меня есть шансы на первое место. Оп, смотрите, мы что сейчас сделаем. Вот так вот сделаем. Оп! Оп, прилетел, все, прилетел воробушек до меня. И динамайк, твою мышь, мне нужна только ульта. Без ульты я с ним не справлюсь однозначно. Так, ульту, можно мне, пожалуйста, бить ульту на тебе, динамайк? Оп, нет, не хочет на меня ульту набивать, но окей. Ждем, когда сузится карта. И, возможно, нам сейчас просто удастся на него вот так вот залететь. А нет, нифига, я даже не дождался, как вот только он выпустил свою ульту. Он меня уже загасил, на самом деле. Но, окей, хотя бы 6 кубасиков мы вернули. Нужно также продолжать стараться тимиться с кем-то. Но, на самом деле, я не люблю тиминг, поэтому... И особенно тиминг на видео, но поэтому... Ну, стратегически это, конечно, важно тимиться, потому что если ты не затимишься, то затимиться против тебя... Обидно. Я не помню, как придумали тиминг, но он уже существует в этой игре давно, и жалко, что его придумали. Ну, он бы по-любому бы появился, потому что все люди хотят понимать как можно быстрее кубасики. Так, ой-ой-ой-ой-ой, нет, я сейчас сольюсь, потому что я затупил опять же, да? Или нет, не сольюсь, или наоборот убью этого кольта. Все, нужно похилиться, не буду на него рыпаться, потому что он сейчас по мне просто пройдется так, что я точно не выйду из его... Ой-ой-ой, из-под его атаки. Офигеть, блин, опасно, я опять пытаюсь собрать банки, опять пойти на кого-нибудь пытаюсь, но ничего не выходит, потому что меня поджимают со всех сторон. Ну-ка, там какой-то замес начался, не знаю, врываться в него, не врываться. Оп, так, нет, Шелли, с тобой я тимиться, честно говоря, не хочу, потому что вот с вами, Шелли, затимишься, и все, и будешь минус персонаж, да, на карте. Так, у нее еще появилась ульта, это еще, тем более, нужно от нее отходить. Так, ну давай-ка против, нет, тут только давайте попробуем затимиться с Динамайком, точнее, не Динамайком, а как его, Барлеем. Так, все, мы затимились с этим челиком, отлично. Не будем тогда с этими, ну все, давайте мы затимимся все. Я надеюсь, что они меня не предадут и будет все найс. Да, блин, у них дофига кубков, я их на самом деле опасаюсь. Но, окей, будем верить им на слово и не будем против них воевать. Че там? Ой, офигеть, сколько здесь шели, чуваки. Вот бы вот эту сейчас забили шели мы, да, на которой мало хп. Все, мы отлично ее вынесли. А теперь мы делаем вот так. Оп, у меня появились банки. Это уже, на самом деле, плюс. Так, хорошо бы сейчас попасть по этой шели. Не, ну смотрите, уже следующие катки после сливов пошли как-то лучше. Я как-то разыгрался, все пошло реально намного лучше. И мы сейчас, возможно, займем опять какое-нибудь хорошее место. Так, оп.
Опа, ну-ка. Ай, Шелли, ну какого черта ты меня крысишь? Вот, пожалуйста, я хочу даже проследить, посмотреть, что он будет дальше делать. В принципе, да, у него больше всех банок. И, возможно, да, он займет хорошее место. Вот негодяй, вот взял меня, закрысил. Ладно, понятно. Я, в принципе, возможно, на его месте бы сделал так же. Но, может быть, и нет. Возможно, я сохранил бы ему жизнь. Все, давайте, ребят, последнюю каточку. Отыгрываем на просто какое-нибудь место, чтобы нам дали в плюс кубки. Или хотя бы мы в минус не ушли. Но, по идее, на этих кубках уже нельзя либо в плюс, либо в минус. Поэтому доживаем до 5-го места хотя бы. И будет все найс. И завершаем видеоролик на приятной, счастливой ноте. Ой-ой-ой. Так, нужно бы собрать вот эту банку, пока до меня никто не дошел. Все, мы ее собрали, нужно отсюда текать. А, смотрите, можно вот так вот сделать. Ай! Нет, все, уже мы так не будем сделать. Не хочу я бегать ни за кем. Лучше я просто пособираю баночки спокойненько, пока у меня есть такая возможность. И не буду ни за кем бегать. Потом уже побегаю к концу игры. А сейчас можно и нормально как бы поиграть. Так, хорошо, давайте подходим сюда. Здесь банок дофигища на самом деле. Ой-ой-ой. Так, здесь у нас... Ой, у нас здесь товарищ Спайк, про которого только вчера выходил видеоролик, и я надеюсь, вы обязательно посмотрели, и надеюсь, что он меня сейчас не загасит. Так, мы его загасили. Оп, хорошо, хорошо, да какого черта? Вот так вот и заканчиваются иногда видеоролики, потому что ты вроде бы нормально начал, и какой-то Мортис пришел и тебя хлопнул. Ладно, ребят, вот такой вот видеоролик получился. Надеюсь, он вам понравился. Все, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, жмите колокольчик, все дела, все знаете. Пишите в комментариях, почему вам нравится Леончик. Все, всем спасибо, всем пока.